свиная отбивная из карбонадо. Если вы потом попробуете, как я сделал, вас за уши не оттянешь. Нам потребуется лук натертый, панировочные сухари, которые мы пропустим через мясорубку. И, собственно, мясо. Все. Для хорошего отбивной из карбоната мы трем лук на мелкой-мелкой терке, чтобы получился своеобразный сок с мякоти. Сейчас мы его натрем. А сейчас мы пока натираем лук, потом будем пропускать сухари панировочные, потом возьмем два яйца, сделаем элизон. Это яйцо взболтаем, окунем мясо. Но здесь маленькая хитрость. Чтобы мясо было хорошее, сочное, вкусное, мы его в этом лучном соусе замаринуем. Посолим, поперчим. Оно у нас полежит минут 20-30. Пропитается луком. Будет сочное. Лук препятствует выхода сока мясного из мяса. И мясо будет просто во рту таять. У меня уже слюнки текут. Ну, у тебя текут, а у меня по привычке нормально все. Вась, у тебя слюнки текут? Не, уже не текут. Уже нет? Все зацементировалось, да? Ну, классно. Луковая каша. Так, нам этого хватит на 5 кусочков. Это отправляем в мойку и переходим к дроблению сухарей. Высыпаем мясорубку, ставим, включаем. Все очень просто. Зачем покупать? Хлеб остается. Посушил, прокрутил. И все. Сейчас мы добавим еще. А сколько там сухарей вот на это количество мяса? Ну, вот так. Не знаю, сколько грамм. Никогда не вешал. Так что, дорогие друзья, сухари не выбрасывайте. Хлебные скапливайте. Крутите. Получайте панировочные сухари. При этом будете получать вкусное мясо. Сколько у нас получится? Как я говорил, кусок на кусок. Все, нам это хватит. Помоем, прочистим. Вот у нас один сухарь. Лучок. Мясо. Нам что остается для полного счастья? Сделать элизон, чтобы обвалять мясо. Теперь самое главное — отбить мясо. Мясо отбивается легко и просто. Мы все убираем. Берем доску. Берем
питьевой. Ну, это для того, чтобы брызги не разлетались. Кладем кусочек мяса, накрываем. Берем наш безлюбный молоточек. Этим не бьем, бьем только плоским. Иначе мы пробьем стрейч и будет не то, что нам нужно. Где-то, чтобы она была примерно одинаковой по толщине. Ложечку сюда. Соль. У нас рядом. Перец. Люблю вот такой. Кладем, присоливаем, черпим, берем ложечку, даже много, лука протертого, он даст мясу сочность. Вот один слой есть. Берем свиночку суп мяса, кладем, накрываем. Кладем на этот кусочек мяса. Так. Солим. Перчим. Кладем луку. Размазываем. Берем следующий кусочек мяса. И так сколько вам нужно кусков, столько будете консервировать так. Ну, мариновать. Так, так, мариновать. Мясо замариновали с луком, солью, перчиком. Ну, где-то минут 20-30, чтобы лучок пропитался в мясо, вошел. Мы получим персик. В холодном месте, в теплом? Ну вот, комната, температура какая-то. Понятно. Ага. Все, ждем, ждем. Гостей. Когда ждем пойду? Гостей. Ну, рассказывай. Ну, а что рассказывать? Сейчас мы сейчас сделаем. Мы ставим сковородку греться. Нет, а вообще что мы делаем? Мы жарим отбивные свиные. Вот мы греем сковородочки, чтобы маслица нагрелась. Берем венчик, чтобы яйца хорошо сболтать. Вот соль, видишь, букву С. Подсаливаем их еще. Они лучше сболтаются. Сболтаем. Мы делаем Элизон. Прям французское название какое-то. Не, ну это нормально. Яичное название.
зайчика есть. Вот это мясо, которое мы мариновали раньше. Вот это панировка, которую через мясорубку рубили. Эта сковородка греется. Здесь на подсолнечном масле, да? Да, на подсолнечном масле. Мы берем мясо. Вот. Как чуть не просвечивается. Вот так. Раз. Два. И панировочку. Раз. Два. Ну еще раз обмакаем. Посыпем. Можно вот так вот присыпать. Прихлопать, чтобы лучше было присыпать, чуть прихлопать. И отправляем на сковородочку. Блины ты чё? Следочку. Шипит, скворчит. Берем следочку, кусочек. Вот такой шикарный. Просто-напросто. О, аромат пошел, а? От лучка. Ен. А то будет, когда будешь в рот класть. Вот этот лук сейчас уже такой дает аромат обалденный просто. Опа. Все, пока ждем. Готовится буквально несколько часов. Вот вы не удивляйтесь, а вот так вот в глухой деревеньке Рязанской области, да? Да, да, да. У нас вот так, мы готовимся к игре в домино. Да. Международному турниру по домино. При этом используем мордовскую свинину. Ага. Которая не свежая, не замороженная. Ну просто пальчики облили. Да, я возьму это там. О! Вот так вот сколько минуточек? 2-3? Да. 5? И вот, поджарил, все. Ой, ну у меня уже вот прям слюнки текут, я это хочу съесть. Сейчас съем. Это такая вкуснота. А, там есть тарелка. Приятно? Обалдеть! К этому времени... У вас тут кулинарный поединок. Надо выключить это, а то звук. Потом это разобрать. Так, у нас еще один пришел игрок в домино. Ну, может, кулинарный поединок? Ну, нет, мы готовим, чтобы вы не умерли с голоду. Можно, конечно, при желании получить, чтобы больше было этой панировки. Можно еще раз окунуть в ализон и получить более толстое. А ну, зачем? Нам нужно мясо, а не это самое. Так, а тут у нас международный матч идет. Пока еще внутренний. По домино. Отборочный матч пока еще. Отборочный матч. Подготовка к чемпионату мира. Да. Это вот тунеядцы алкоголя. Спасибо, я так и не ожидал. Да. Нет, вот, ребят, есть асы, 18. Которые за 3-4-5 ходов уже, блин, знают, как все закончится. Я, к сожалению, не такой. Ну, сейчас было очень интересно. Ну, не знаю. Я лучше пойду жарить мясо. Так, что у нас здесь? О, уже надо снимать. Все уже готово. Мы
печку выключаем. Остался у нас последний кусочек. И вот, кладем. Все. И мы идем дальше играть в домино. Вот все, прошло 12 минут. Для наших друзей все готово. Всем приятного аппетита. Делайте как мы. Вам будет очень вкусно, хорошо, приятно. И подписывайтесь на наш канал. Это наш отбивный. Давай мы положим сами где. Включаем в моем доме. Спасибо. Это мясо, которое готовилось 5 часов. 6 часов. Оно не 6 часов, а мы его замариновали когда? Вчера? Вчера. Ну что, Сашка, мы попробуем? Ну давай. Давай попробуем. Да. Ну, по чуть-чуть. Уже месяц отдыхаем. Вчера. Куда берешь? Тут извини. Я шучу, давайте покрывочку попросим. Давайте. Мы как зашли сюда, сели, раскусили. Да, вы где, мы так не знаем. Я дочек тогда и сказал. Не везде, сидят, как и оп, я взял. Твоя. Вы выходили в курили, что моя? Твоя, а что, моя шутка? Моя так на тебя не сказал. Твоя, можно так сказать. Ну вы что, никто не любит, не любит. Ну, вы что, да, все.